вельможные маргиналы, Собчак и Богомолова разнесли за осквернение храма. Венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова вызвало еще больше негодования, чем их свадьба. Скандальная пара оказалась в центре всеобщего осуждения. Политолог Евгений Сатановский высказался о венчании и свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова в личном телеграм-канале. По его мнению, россияне увидели крамолу. Церковные возмущаются. Храм, говорят, осквернен, снести надо, а не надо его сносить. Мало ли куда кого заносило из вельможных маргиналов. Все теперь сносить, что ли? Недоумевает эксперт. Он считает, что формат церемонии был вполне предсказуемым, сообщает Царьград. Собчак в очередной раз вышла замуж. За кого не важно. Не в последний раз. Катафалк, стриптиз. Все как у людей ее круга. Национальная элита. Кандидат в президенты. Будущее России. Трогательно честна со своим домом 2. Высказался Евгений. Публикация фотографий из Инстаграм. Больше всего во всей этой истории Сатановского волнует не сама свадьба. Он обеспокоен тем, что россияне приветствуют такое поведение и более того поощряют. Напомним, церемония венчания и свадьбы Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября. По мнению звезд шоу-бизнеса, это мероприятие можно смело назвать главным событием года. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Когда включат отопление в Москве? Твои 22 мне нравятся. Распутина в восторге от сексуального красавчика. Звезда сериала «Молодежка» высказалась после скандала с секс-гужем. Все примерно так и думали. Соловьев высказался о громком убийстве. Я плакала. Экс-любовница Тимати сделала шокирующее признание. Видео. И многое другое.